Лишь кровь и смерть, да? Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень довольна. Да не ной ты, почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокалы. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше... Отдай его мне, и тогда все поразвлечут. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая ответственность. О, конечно, а ты все жрешь, и тебе вечно мало. Эй, а меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого детеца? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Начали! Господи боже! Беги! Беги или умрешь! Молодец, Итан! Твою мать!
Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш по-американски. Вроде же. Стоп. Роза у этих психов? Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Ищите что-то конкретное? Я раздобыл для вас особый подарок. Не обращайте внимания. До новых встреч. Может, Роза здесь?
Сосу? Да, кровь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Сворот чокнутых ведьм!
Куда они забрали Розу? Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да, и кстати, купите что-нибудь.